Дорогие друзья, уже вечер. Боба занят своим любимым делом. Он что-то роет. Он ищет, наверное, там он хочет вырыть мышей. Вот видите, машет хвостиком. Но ему, честно говоря, не нравится фотографироваться, сниматься. Он затихает. Ну, сейчас начнет. Вот смотрите уже, сколько вырыл. Вот. Нарыл тут немаленькую кучу. Вот какая-то дыра. Ну, Боба, давай, вперед. Люди ждут. Давай. Вперед. Боба. О, пожалуйста, и рис вон уже испортил, выкорчевал. Да. Розы. Вот там будяк такой колоссальный цветет. Пошел. Откусывает листья, откусывает. Переверну камеру. Это же ему тяжело. Здесь этот газон какой, правда, давно не кошенный. Ой, ну, молодец. Ну, сколько энергии. Что-то вынюхивает. Ну, наверное, мыши близко. Давай, Боба, не останавливайся. Видите, полностью уже в этой норе. Снова пошел. Вот он же что-то слышит, потому что пытается поменять направление. В новом месте. Смотри, какой грязный. Засунул песок себе туда. И дует. Боба может, ну его. Где-то рядом гнездо. Туда дует. Угу. Давай вперед, Боба. Обнюхивает все. Молодец. Смотрите, сколько вывел. Вон там какая-то дыромаха. Ну, что-то нашел там. Фыркает туда. Хвостиком виляет, значит, ему это нравится. Вот такая ситуация. На этом буду заканчивать съемку.
Если понравилось видео, понравилось Боба, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. И напишите в комментариях, видели ли вы когда-нибудь такого собаку землеройного. До новых встреч!